Добрый день, уважаемые жители Республики Алтай, с вами Даниил Мизонов. Я рад приветствовать вас на анонсе конкурса GPS-рисунков «Дедушка, я помню», посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С целью сохранения памяти о ее участниках конкурсантам предлагается изобразить рисунок на тему Великой Отечественной войны, используя смартфон или онлайн-карту. Конкурсные работы принимаются с 26 апреля по 9 мая. Победители будут определены в 4 группах среди мужчин и женщин. Чтобы ознакомиться с положением и подробной инструкцией нашего конкурса, вы можете воспользоваться вот этим QR-кодом или ссылкой в описании к этому видео. Также подписывайтесь на страницы конкурса в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, ТикТок и Страва. До новых встреч на улицах Алтая!